Хей-хей-хей-хей-хей-хей! Всем привет! С вами, как всегда, канал Суаймпо, и я Полинка. И так как видео на про швейную тему, видео набирают очень много просмотров, например, видео про то, как делать закрепку, на моем канале на третьем месте после концерта Басты и обзора антистресс-скелета. Поэтому я решила перезаписать это видео, чтобы, ну, опять хайпануть, набрать просмотров, набрать лайков, и чтобы это видео было немножко покачественнее, потому что то видео я снимала маленькое и на плохую камеру, и все тряслось. Сейчас я постараюсь сделать это как-нибудь получше. В общем, первое, что нужно сделать? Как вообще делать закрепку? Чтобы сделать закрепку, нужно прошить 3 строчки. Прошиваем. 1 строчка, 2 строчка, 3 строчка. Можно 3, можно 2, можно 4, как хотите. Дальше сзади есть такой рычажок. Вот он. У меня такой, у кого-то бывает другой. Просто поднимите его. Оп! И все. И лапка, как видите, поднялась. Сейчас фокус появится, да. Теперь поднимаем иголку. И переносим лапку как раз на эти 3 строчки назад. И вновь опускаем лапку с помощью рычажка. У меня получилось немножко криво. Сейчас еще раз. Просто в одной руке камеру держу. Вот так вот поровнее будет, да. И вновь прошиваем по этому месту. Так. И шьем дальше, сколько вам нужно. Вот, смотрите, что у нас получилось. У нас получилось немножко перетянуто. Но, в общем, это закрепка. Тут у меня просто нитка плохого натяжения. Но я не хочу исправлять. Вот. В общем, шьем, сколько вам надо. И в конце нужно опять сделать закрепку. Опять поднимаем лапку. Переносим ее на 2-3 строчки назад. Можно даже немножечко протянуть здесь ниточку. Главное, чтобы она не оборвалась. И еще раз прошиваем по этому же месту. Сейчас. Вот она. Здесь она получилась получше, почти не стянута. Фокус никак не появляется. Фокус. Вот. Все. На этом, ребята, все. Если вам так нравится швейное видео, то на этом видео набирайте 15 пальцев вверх, и я сниму продолжение этой рубрики швейной. Я научу вас, например, заправлять швейную машину, могу научить, потому что здесь это все-таки как-никак тяжело. Могу научить, не знаю, менять нижние нитки, но это тоже как бы заправление. Могу научить смазывать вас машину. В общем, ставьте 15 лайков, и эта швейная рубрика продолжится. Ну а с вами был канал Суаймпо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Щух.